Дорогие друзья, привет! У меня на канале есть видео, что я привезла из Вьетнама, или что можно купить во Вьетнаме, что привезти из Вьетнама. И там небольшой набор всяких мелочей, которые я лично привезла из Вьетнама. Вчера приехали мои дети, и я покажу, что привезли они. Ну, начну с того, что лично мне преподнесли в подарок. Как бы сейчас у нас идет Новый год по буддийскому лунному календарю. И поэтому полагается дарить подарочки. И вот, значит, мой гостинчик из... Гостинчик, он же подарок Сагалгану. Сагалган называется этот праздник. Праздник белого месяца. Так, в общем, такая упаковка кофе, капучино 4 в одном. А что 4? Sugar, milk and cream. Сахар, молоко, сливки. Ну и, собственно, сам кофе, да, имеется в виду. 4 в одном. Вот такая симпатичная упаковка. Стоит она 110 тысяч донгов. Чтобы перевести в рубли, нужно примерно, ну, чтобы был ориентир, умножать на 3 и отбрасывать 3 нуля. То есть примерно 330 рублей. Надо уточнить курс донга, какой сейчас. А давайте я сразу попробую уточнить, если мой комп не будет тормозить. Курс донга. Курс донга. 0,028. Нет, меньше, чем на 3. Ну, в общем, пойдет. На 3 можно умножить, грубо. Так, дальше маска. Что написано? Silk mask. Spread looks like the own face. Same sun. Или same nature. Imitated if does not have feels are urgently moistened. Слово каждое в отдельности понятно, общий смысл мне нет, непонятен. На сухую кожу, но неважно. Короче, вот такая масочка. А она тканевая. Ну, сейчас я уже давно... В последнее время очень популярны эти тканевые маски пропитанные. Так, смотрите, какая прелесть. Алоэ вера, гель для век, алоэ вера для глаз. 30 миллилитров здесь. Ну, здесь написано 30 граммов, 10,56 жидкостных унций, что примерно 30 миллилитрам равно. Так, состав: экстракт геля алоэ вера, применение стимулирует эффективно циркуляцию крови в области глаз, уменьшает стереть морщины в углах глаз, предотвращает отеки век, убирает... Хотела показать. Ты что, сейчас мазать? Ну ладно. Для лица. Для лица? Классно. Так. Убирает темные круги вокруг глаз эффективно. Как использовать? Нанесите гель вокруг глаз, затем сделайте массаж кончиками пальцев в течение 1-2 минут. Направление от внутреннего угла глаза к наружнему углу глаза, к передней части уха. Так, короче, вот так. Используйте утром и вечер перед сном. Ну, такой перевод. Почти что идеальный. И смотрите здесь на наконечник с тремя роликами. Ну, они отлично ходят, слушайте. Ой, все здесь, то ли все пропахло кокосом, то ли он пахнет кокосом. В состав ничего не видно, потому что заклеено вот этой наклеечкой. Прелесть. Мне нравится. Тем более, что у меня куча всяких кремов для век здесь лежит. Но чтобы какой-то из них вызывал восторг, такого нет.
И вот комплекс. Это все продается в любых аптеках, там вот в Нячанге, ну и вообще во Вьетнаме. Ну, в Нячанге в частности, потому что он очень ориентирован на русского туриста, поскольку нашего народу там больше, чем всего остального, мне кажется. Так, Аляска, Deep Sea Fish Oil, Омега-369 с коэнзимом Q10. Эти оба нутриента очень важны для организма, любого, но особенно людям в возрасте. Что касается коэнзима Q10, что-то я о нем много чего читала, сейчас не запомнила, но помню, что он необходим людям старше, ну, чуть ли не 25, ну, 30 уж точно, поскольку этот коэнзим Q10 не вырабатывается в организме, со временем, в общем, перестает вырабатываться в организме. Если вам не переврала, лучше сами почитайте. Или, если буду монтировать, то информацию дам здесь на экране. И смотрите, какие огромные капсулы. Я еще не открывала. Здесь сколько капсул? 100. Я не ошиблась. Здесь написано 100 миллиграммов. Здесь 100 капсул. Ого, ничего себе. Ай, еще крышка такая. Так вот запечатана. Так. Ну ладно, я все равно проглотить при вас не смогу. Так что вот так вот. Так, это то, что лично мне подарили. Но тут еще лежат другие. Вот такая есть омега 369. А здесь тоже есть коэнзим Q10. Улучшает обмен веществ, что способствует снижению веса, стабилизирует уровень сахара в крови, помогает выработке серотонина, гормона счастья, поэтому является отличным средством борьбы со стрессом и даже депрессией. Укрепляет иммунитет. Сижу рядом с батареей. Укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему. О, открываешь, слишком холодно. Нет, товарищи. Улучшает состояние кожи, ногтей и волос, помогает им восстановиться после зимы, является профилактическим средством различных заболеваний глаз, сердца, кожи, сахарного диабета, болезни Альцгеймера, остеопороза и других, придает силы, увеличивает запас энергии, уменьшает различные воспаления в организме и прочее, снижает уровень холестерина, помогает выводить токсичные вещества из организма, способствует укреплению и восстановлению костных тканей, повышает активность работы мозга, улучшает память, принимает 2 капсулы в день во время еды. Блин, надо маме. Мне придется свою маме отдать, что ли? Но она не сможет такие капсулы, у нее проблемы с глотанием. Она... Ну, захочешь жить, конечно, проглотишь что угодно. Так, это не открытая пачка. Это 80 тысяч тонков. Это тоже 80 тысяч тонков. Ну вот, пожалуйста, милое дело. Потом есть еще вот такой вид омеги-3. Тоже огромные капсулы. Тоже 100 капсул. Наверное, может быть такая же. А, ну здесь обратите внимание на дизайн, да? Как у текилы. Текила, по-моему, да, Ольмега? Может, это не так читается, но я всегда так читаю. Чтобы сразу, то есть, ориентировано на людей, употребляющих, у которых глаз уже привык к этим, да? К этому алкогольному напитку. Так. Кокосовое масло. Вчера оно было белое, застывшее, то есть люди с мороза приехали. И вот в комнате постояло. Так, Virgin. В том видео я показываю обычное такое пищевое кокосовое масло. Мы его прекрасно употребили на кожу. То есть мы с ним ничего не готовили, в пищу мы не употребляли. И кто-то там ругался под видео, что сказал, что я лошара. Не помню, каким словом меня обозвали, но смысл такой был.
То есть Virgin, я так полагаю, первого отжима, холодного отжима имеется в виду, да? Вот такое маслице, наверное, оно косметическое, 50 тысяч тонко. Так, здесь стоят две такие золотые маски. Восстанавливающая маска 24К золото. Драгоценная маска для особого ухода за увядающей кожей. Экстракт коллоидного золота вернет коже упругость и роскошное сияние. Маска интенсивно восстанавливает жизненный тонус кожи, укрепляет тургор. Укрепляет тургор и предотвращает образование кожных заломов, активирует обменные процессы, омолаживает кожу, оптимизирует естественные защитные силы кожи. 24К Gold является ценным компонентом, оно насыщает кожу кислородом, усиливает микроциркуляцию кожи, выводит токсины и шлаки, золото обновляет кожу на клеточном уровне, замедляет процессы старения. 220 мл ценного продукта. Кто пробовал, напишите. 50 тысяч донгов. Красота. Красота. Про состав ничего не могу сказать. Кто произвел, тоже не могу сказать. Ну, наверное, китайцы. Не знаю. Наверное, китайцы. Вьетнамцы, конечно, тоже намного на что гораздо. Но это вот как-то по почерку, по упаковке очень похожи на китайцев. Так, что еще? Улиточный крем для рук. Упакованный. Так, я так думаю, что он вот так выглядит. Мне тут подогнали. Подогнали. Ну, пакет всего распакован, чтобы я... А у меня еще в холодильнике фрукты лежат. Так, ладно. Значит, продолжаем. Улиточный крем для рук 35 тысяч донгов. Питательный крем для рук с экстрактом улитки эффективно восстанавливает нежную кожу рук, смягчает, успокаивает, питает ее, увлажняет значительно, омолаживает кожу рук. Ну, в общем, улиточную слизь вы знаете же, ее волшебное действие. Так, защитные функции кожи. Экстракт улиточного секрета. Мощное средство, способствующее регенерации клеток и омоложению кожи. Крем очень легкий и отлично впитывается. Делает кожу рук мягкой. Вот, способ применения. Нанести. Симпатичная упаковка. Здесь сколько? Какой объем? 100 мл. Выглядит вот так вот. Так, по мне видно, да, что я суперэкономный Плюшкин. Мне жалко тратить крем. Не, ну, к тому же я сейчас буду продолжать снимать видео, мне не хочется сидеть, вдруг крем не сразу впитывается с жирными руками. Так, одну руку напитала. Приятное ощущение, приятный запах. Увлажняет, совершенно нежирный. Абсолютно нежирный. 3W Clinic. Что еще о нем сказать? В общем, вот такой вот крем. Так, что еще тут? Вот тут еще есть вот такая штука. Тушь. Как видите, маскара. Тушь на основе кокосового масла. Бесцветная. Описание и свойства. Тушь для ресниц изготовлена на основе натурального кокосового масла. Так выглядит прозрачная. Симпатичный дизайн придумали. Кисточка. Кокосовое масло питает ресницы, способствует их росту и укреплению. А такой компонент масла, как лауриновая кислота, обладает антибактериальным действием. Ничего не знаю, мне такой не подарили. Может быть, невестка оставила себе, и я попробую. Как-то, ну, питать ресницы мне бы тоже было бы актуально. Но я такие средства не использую из-за того, что мне это стекает в глаза все время, чтобы я не наносила такое на ресницы, кроме туши, ну, маслянистое. Оно мне стекает в глаза.
и все, становится неприятно, ходишь, глаза трешь. В общем, такие штучки приятные можно привезти из Вьетнама. С этим я не пробовала, не знаю. Так, потом здесь лежат вот такие патчи. Кстати, мне тоже патчи подарили. Он тут у меня затерялся. Под глаза. Коллаген Crystal Eyelid Patch. Очистит лицо хорошенько. Open. Фу. Чего какой-то я не вижу. Пакетж, все. Вскрыть упаковку и наложить иммедиатель. Вообще очень плотно. Мягко. It onto the skin to cause... А, нет, нет. А, не вижу. Ну, понятное дело. И плотно приложить сюда аккуратненько. Так, а какое действие? А какое действие? Ну, это слишком читать много, буков много. Но понятно, да, что... Что штука хорошая, приятная. Powerful reduces dark. Темные круги под глазами удаляют. Да. Что, уходишь? Там ключи лежали в этом на пианино. Я никуда их не трогала. А Юля не приезжала, не забирала? Нет. Так. Removes puffiness, припухлости удаляет. Enriched with что там? По-моему, здесь с ошибкой написано, наверное. В общем, обогащает, увлажняет. Aging. Prevent and refine aging. Anti-wrinkle. Refirming. Ну, вы понимаете, да? То есть удаляет морщины. Refirming, что такое? Что-то переформатирует. Ладно, все, не буду тут блистать своим английским. Блистать в кавычках. Так, 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 так. А теперь, значит, смотрите, это крем для лица, оказывается, тоже той же фирмы 3W Clinic. Корейский это, кстати, товарищи. Вот этот улиточный крем для рук, это Корея, не Вьетнам. Ну, в Корее, ну, поскольку мы не были в Корее, а были во Вьетнаме, и там это продавалось, то это нормально. Brown rice. Смотрите, какой красивый. Вообще прелесть. Ничего не могу сказать об этом креме. Надо попробовать. Ну, у нас с невесткой проблемы схожие в том плане, что у нас... С трудом подбираем себе средства, которые не вызывают раздражения. А уж если они еще и при этом еще действуют, как-то оказывают какое-то еще действие, омолаживающее, увлажняющее, чего там еще, в общем, делающее кожу красивой, то это уже совсем фантастика. Совсем почти без запаха, легкий, наверное, да, аромат такого рисового молочка, как я себе представляю. Красивый дизайн. В общем, вот такая штука. Что? Cleansing foam. Так это для умывания? А почему она после ванны? Товарищи, cleansing foam. Это же мыло. Ладно, разберемся. Так, дальше что? Здесь еще лежат такие маски. Эту маску мне подарили. Ой, они разные, слушайте. А у меня какая? У меня серебристая, да? У меня вот такая серебристая. А здесь еще вот такая коричневая. И тоже, я так понимаю, Корея, да? Или Китай 30 миллилитров. В чем разница? В чем-то есть разница, но в английском написании этой разницы не наблюдается. Может, кто в курсе? В общем, такие масочки.
Вот такая красивая маска какая-то с жемчугом. Carbon Black Pearl Moisturizing Mask. Или это просто черный уголь древесный показан. И жемчужины. Потому что вот, кто знает корейский, помогите. Так, дальше магнитики. Вот такие. Магнитики вот такие. Красота. А у меня магнитик, вы видели? У меня магнитик не просто магнитик, а открывашка для пива. А, вот же я что не показала. Зубная паста почему-то вот по зубным пастам в этот раз вдарили. Но она чисто вьетнамская. Здесь на вьетнамском все написано. Видимо, очень хорошая, раз они купили столько. Потому что я-то тут все Орифлеймом. За Орифлейм топлю. И... Так, вот еще. О, классно, это прям не чанговская. Мягкий магнит. На пластике магнит, магнитный холодильник. Вот это башня Понагар. Тоже очень клевое место. Но в Ничанге немного таких вот мест, куда можно сходить. За неделю все можно обойти, всякие достопримечательности. Но это вот одна из самых-самых. И причем у туристов, которые там отдыхают. Ну, конечно, наверное, каждый турист туда сходит. Но в основном там не так много. А на меня вот производит впечатление вот это. Это очень древнее там предыдущее, предшествующее там буддизму. Ну, буддизм относительно, конечно, если сравнивать с глубиной веков, она из наиболее древней из нынешних великих религий мира. Но относительно вот этой, она молодая. Это предыдущий культ. Понагар – это богиня королевства Тямпа, которая вот располагалась именно в том месте, где сейчас Нячанг, ну, на этой территории. И вот это свидетельство тех древнейших времен. Красивейшая архитектура, есть на что посмотреть, и место культа. Сейчас по-прежнему люди там ходят молиться, местные. Так, конечно же, нюхательную звездочку, в общем, это самое средство, так как по-русски-то. Здесь по-русски ничего нету. Ну, в общем, средство от насморка вдыхаешь, и сразу пробивает у тебя от заложенности носа, от всего такого. А это что, тоже купили или собрали сами? А, сами, наверное, собрали, да, ракушечки? Да. Вот это то, что нельзя купить. А мне почему-то не попадались ракушки. Так, и это все, что несъедобно. Сейчас пойдем съедобное смотреть. А, подождите, вот еще зубная паста. Тайская. С ананасиком на этот раз. Тоже клевые штуки. Я бы хотела, чтобы ничего не дарили, чтобы оставили нам. Так, а еще тут что-то лежит. А, это не то. А, подождите-ка, вот же еще что здесь есть. Кокосовое масло вот в таком виде. С помпочкой. И им пользовались уже от загара. Смягчали кожу после ожога солнечного. Какой получить там, конечно, очень легко. Для этого не надо специально лежать на пляже. Что такое? Флаг. Флаг я уже показала. Пойду покажу фрукты. Так. Значит, ром. Ну, поскольку здесь ехали мужчины. Они легко одолели. Я бы не подняла, я даже одну бутылку не стала себе класть в сумку. 39% алкоголя.
Вот такой ром. Еще один ром вчера подарили. Так, еще один ром. Ромшевый. Так. Вчера мы пробовали ром-какао. Подарили дедушке. Моему папе уже подарили. И... Так. Теперь. Вот такой набор кофе. Про кофе я рассказывала с фильтром. Здесь 4 разных упаковки кофе. Ну, пожалуйста, Каня. По-моему, 4 разных. Здесь я вижу мокко, здесь я вижу арабика, кули. Еще какой-то сахар в пакетиках. О, я забыла там показать, там же у меня орехи были. Так, вот такой набор. Вот такой набор банана джем кейк with cashew nuts. В общем, из банана, из вяленого банана, из джема, да, банана. Вот такие рулетики свернутые. Выключить воду? А, сейчас. 50 тысяч долларов. Это же вот такой загар привезли из Вьетнама. Так, теперь чай пуэр. 270 тысяч тонгов. Не знаю, в чем его ценность. Манго. В общем, здесь 4 сформировано пакета. В каждом вот один такой большой манго. Йогурт. Нет, я показываю, что привезли из Вьетнама. Драконий фрукт. Нет, дай мне йогурт. Тебе дать йогурт? Только не пей его сразу, он должен согреться. Здравствуйте, у нас холодильник разговаривает. Маракуйя. Это... По 4 плода маракуйи. Так, что еще? Хорошо, хорошо. Все. И покажу сейчас орехи кэшью. Кэш. Кэш. Тише. Так, что-то еще забыли ведь. Маракуйя не забыла. Тише, тише, тише. Кстати, они там болели, всякие лекарства, но это вот 90 спа. Собака. Ой, не спа, а спа. Тише, тише. Почему собака? Не собака. Ты за мной идешь, да? Вот такую персонально для меня упаковочку. То есть я ее открыла. Жареного кешью. Его открываешь. Его, ее открываешь. Там вот такой жареный орех. И гель. Ну, еще такая штука, которая излишнюю влагу впитывает, как я понимаю. Или чего он делает? Десикант. Десикант. Не знаю, что это. В общем, сижу тут, орехи трескаю. Еще забыла. Вот такой вот кофе. Ой, то есть не кофе, а чай с маракуйей. Passion Fruit Tea. Упаковочка закрыта. И не знаю, там содержится чай или только маракуйя. Видимо, содержится, если верить картинке. Или это семена маракуйи. В общем, вот такие вот покупки из Вьетнама. Если бы это вам хоть сколько-нибудь помогло, я буду очень рада. Не забудьте поставить лайк, пишите. Если у вас есть дополнение, пишите. Это будет полезно всем. А с вами была Аюн. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на канал, если вам понравился такой формат видео. Непринужденный и неофициальный.
Всем пока-пока. И да, всем пока.